Движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по кораблю военно-морских сил США USS Льюис Б. Пилла в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сария. Военно-морские силы Йемена запустили в воскресенье противокорабельную ракету по американскому кораблю «Льюис Б. Пилла», когда он находился в Аденском заливе, сказал Сария в эфире телеканала «Алмасира». Ракетная атака была осуществлена вечером 28 января в ответ на американо-британскую агрессию. По его словам, корабль оказывает логистическую поддержку американским силам, которые участвуют в нанесении ударов по объектам хуситов на территории Йемена. Представитель движения также заявил, что атака на USS Льюис Б. Пилла является частью военных мер, направленных на защиту Йемена и поддержку угнетенного палестинского народа. Центральное командование армии США и Министерство обороны США пока не комментировали этот инцидент.